И добрый день, мои дорогие подписчики и подписчицы. И я вновь зову всех на стрим, да. Сегодня, ну не так-то, чтобы к вечеру, где-то часам к 6, наверное, по МСК, максимум к 7. Вот, я запущу стрим по игре The Quarry. Я как-то раньше хотел уже запустить стрим по этой игре, но там случилось так, что сама игра у меня вроде бы шла хорошо, то есть все было нормально, но конкретно именно на записи, то есть на самой трансляции, она шла как-то так вот прерывисто, то есть с какими-то там, каким-то разрывом кадров, да, то есть как-то лагало. И я не понимал, в чем дело и что вообще происходит, и потом спустя я попытался вновь, и вновь случилось то же самое, да. Вот, и я, в принципе-то, и забыл об этой игре, и не проходил ее сам, и как-то, ну, отбросил на потом, вот. Вчера же я решил, ну, то есть обновил полностью все патчи, которые выходили на протяжении этого времени, да, вот, плюсом решил обновить все дрова, и вроде как включил игру, включил запись, и что у меня, что на записи, все было нормально, то есть вроде бы игра идет. Идет без каких-либо лагов, поэтому надеюсь, что получится сегодня ее запустить без каких-либо проблем и поиграть, потому что все-таки The Quarry — это интересное интерактивное кино, да? Вот, так что всех приглашаю, вот, в 6-7 часов вечера по МСК вместе со мной попытаться спасти всех, кого нужно будет спасти, как-то так. Но если вдруг будет какой-то конфуз, то есть если вдруг не получится все-таки что-то с этой игрой, ну, в этом случае продолжим проходить Uncharted. Но надеюсь, что все будет нормально. Вот, так что я с вами ни с кем не прощаюсь. Не забудьте, в 6-7 часов, то есть вот промежуток времени, мониторить, следить за оповещением, потому что стрим будет на Ютубе, и оповещение должно будет быть, да? Вот, а если его не будет, то просто периодически в это время там заходите на YouTube и смотрите, включена ли трансляция. Вот, и все подтягивайтесь, всем буду рад.